бабочка вязаная. Это откуда привезли ребятишек? Это Киргизия. Киргизия. Село Воронцовка. Ну, понятно. Пригород города Бишкек. Так, это что, перепись вещей? Идет, да, перепись. Правильно, вещей, чтобы не потерялись. Так, я предлагаю это на время отложить чуть-чуть, ага, потому что нам нужно срочно провести тренировку до обеда. Вы посмотрите. Синяя, до ужина. Синяя. Галя. Да. Положите так, чтобы никуда не делось. Где остальные? Куда все? Так. Так. Никита, на, успей захватить все пространство. Сейчас я ударю в колокол. И крепко держи, подсунь руку, не урони. Где денег надо? Вы сейчас будете участвовать. Сейчас мы вещи отнесем. Питка сниму, что мы красные. Маски вязаны, да. Серые, зеленые. Завязывай где-то, закрывай. Тут? Тебе говоришь? На! А? Я этих не знаю, ребята, поэтому. Я знаю. Ему и ему. Мой. Он впереди стоял, вот я рядом с тобой, помнишь? Я говорю, крестись, а он мне, а мне нельзя креститься. А, да. Им нельзя, им папа не будет говорить. Никита, там бумага твоя, что ты вчера писал. У этого было в багажнике, знаешь? На велосипеде сзади. Это бумага, да? Ну, которую вчера ты показывал стихотворение, что ты писал. А, я ее положил на стол тебе. Спаси Христос. Бегом, бегом! Так, три поклона. Так, бегом. Тут только бегом ходят. Так, попадите, чтобы выйти из-под крышки. Боже милости, будь не грешен. Создал мне, Господи, помилуй меня. Бесчисляю, если грешил, Господи, прости меня, грешен. Помилуй и благослови. Значит, мы сейчас до обеда, то никак. Начнешь, что говорить, а у нас дежурные. Ну, до обеда. Просто у нас обед сегодня сдвинутый. Обычно 2 часа, а сейчас на 3:30. Целый день там плавали, крещение было, занятие. Позавтракали позже. Так, стоять в строй надо. Выходите, вот здесь, Николай, мальчик, возьми его за руку. Постой здесь. Варлам, Тимоша, возьми за руку, постой. Стой. Значит так, я сейчас зашел в интернет. Просто раз надзор был, когда я не пустил его, 3 ролика. Отзывы пошли. Ну, для нас, если 5 отзывов, это уже положительно. Все до одного положительно. Наконец-то нашелся человек, который дал им отпор. Это против народа все правила делает. А вы сами своим послушанием острим это. И Леональная юстиция, она захлебнулась бы. Почему мусульман ее нету? Потому что они любят детей. Они не убивают их. У каждой мусульманки закон. Закон подарить 5 сыновей Аллаху. Если бы от каждой женщины русской 5 сыновей было, мы бы не бедствовали здесь. Стояло бы у меня 1000 ребятишек. Запомните это. Нам есть где пример брать. Отзывы хорошие. Прямо все до одного хорошие. Это редкий случай, тот, где увидели. Но я еще не выставлял. Когда я их запустил, это будет, ну, на следующей неделе. Во вторник он едет, дальше отправляет в другом городе там. Обрабатывает, я только замки снимаю. Я их запустил наконец сюда. Почему? Потому что от имени президента. Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина дано указание проверить все лагеря. Мы вывесили сразу государственный флаг. И то, что я их запустил, встать где-нибудь, чтобы не мешать все так. Ради президента, во имя Иисуса Христа. Они это не поняли, и они начали мне подножку ставить. Надо детей узнать, откуда, чего. А сейчас дал адреса, а они по адресам названивают и говорят не то, что надо. И родители приезжают, что с ребенком здесь? Ничего нету. Обман. То есть подошли они не по-честному. Разговора с ними больше нет. Значит, обвинение какое против меня? Первый штраф накладывает, что я их не пустил. Значит, это последний раз. Я у них не появляюсь. Мы сделаем так сейчас. У нас будет все время дежурный. Там найдем его место, где... Ну, кстати, раньше у нас дежурные на вышке стояли, видели прям до околка. Но сейчас деревья выросли, тут ничего нельзя сделать. Прямо на улице будет стоять. Может быть, где летняя у нас там
Ну, мы как-то сделаем так, чтобы видеть. Когда у нас тревога, сколько раз колокол бьет? Пять. Пять. Потихоньку ударь пока. Не сильно. Один бьет. Один. Потихоньку стукни, а тогда будет во всю силу бить. Давай, посильнее. Вот это у нас колокол тревога. Пять раз это самый тревога. Один раз собраться, два раза занятия, три раза обедать, четыре раза Евангелие считать, пять раз. Это пожар, воры, коммунисты нападают. Что в это время делать? Кто бы не был старше, если воспитателя никого нету, направление вот такое. Все до одного ребенка обязаны бежать бегом вот к этим воротам. Вот к этим. Пролазить через щель, не открывать ее. Не открывать. А дальше вот. Дальше проходите по футбольному полю. Вон там строения, которые стоят. За строение. И вас уводят. Уводят или в том направлении старший. Ему будет сказано куда. Или вокруг, или на пастьбу. Детей они не увидят больше. Они могут увидеть, дети были. Там зашнуровать. Зашнуровать, это вот эти вот задернут здесь. Может остаться один мужчина. Один. Ну, сидеть тут, считать или что-то. Не разговаривать ни одного слова, как глухонемой. Они заходят, там делают, спрашивают. Ты сиди, считай. У тебя ничего не должны быть с тобой документы. Ни одного слова. Если не умеешь молчать, не подсовывайся сюда. Ни слова не отвечать. Все, они... дальше мы посмотрим, что они будут. Первое обвинение мы снимаем, что не запустили. Второе, к детям они не привязываются. Нету, мы устраним эти причины. Мне до 2 августа только. А меня они, где я буду, это никому не надо знать. Но я буду все знать, что здесь делается. Если будет какая-то нештатная ситуация, вы мне сразу позвоните. Когда нас здесь тогда было нападение, это в 98-м году, меня здесь не было, обошлись. Дети стояли на крышах, тогда деревьев не было, они маленькие были, и скандировали, не заходите, не заходите. Попробуем так, дайте. Не заходите, не заходите. Все, этого не будет. Вот с этой крыши, вот эта крыша как раз с той стороны заходит. Здесь милиция, никто ничего нет, они не заходят, они не нахальничали. В это время съемка шла, на нашем сайте все это стоит. У них претензий никаких. Больных нету, отравленных нету. Родители отдали добровольно, то есть они беснуются. Это подготавливают пришествие Антихриста. Из детей сделать манкуртов. Ее братья уехали домой. Что они там сейчас видят? Я спрошу, Вика, по-твоему, как думаешь, чем они сегодня занимались там? Ну, как всегда, гуляли. Ну, где гуляли? С друзьями где-то далеко. Гуляли, все. Ребятишки, школьники. Дальше встали они во сколько? Ну, Андрей стоит иногда в 11, а Кирилл... Вот так. Что спрашивается? Да. У нас другая система. Мы верующие. У нас христианские правила, законы. Детей уводите. В этом все заключается. Сейчас я потихоньку стукну. Все до одного. С воспитателями все уходят. Есть такая книга «Алитет уходит в горы». Может, старое поколение помнит еще. «Алитет уходит в горы». Мы уходим в лага. В отвалы, в шахты, в гроты, где угодно спрячем детей. Это нападение, я так и выставил. Нападение или да, атака. Роснадзор, атака против детского православного лагеря. Вот теперь будут они отвечать. А раз у нас люди здесь есть из Канады, еще из Франции, из Германии, если приедут из Израиля, это далеко аукнется им. Просто так мы не сдадим детей. А чего ради буду давать? Он крещение получил. И вы сейчас я только здесь. Старший, значит, вот, Владимир, вы старший, ему подчиняются все. Заместители себе сразу выдвинь. Если одного забирают, другой на его место становится. Через поле, и толпой не бежать, а один за другим или в 2-3 ряда. И скрываетесь за этим вот, строение, которое там. А там вам будет показано, куда идти. Так, подойди ко мне. Кто-нибудь, подожди. Ты. Я здесь остаюсь или с ними иду? Я покажу, куда. С нами. Это уже тайна. Подойди сюда. Владимир. Ну вот когда комиссии были, пока это Игнатий Ильич в стороне, я тоже рассуждал. Я думаю, это след московской патриархии. Потому что кто рождественские очищения слышал? Такой
небольшую. Там женщина. И когда она говорила, что надо Роспотребнадзор, то есть к властям обратиться, и там такое оживление среди батюшек и епископов. Вот. Ну это все. Да, нас Господь проверяет. Затишье-то было сколько. Мы жили вообще. Сейчас так. Пробежите, мы посмотрим как. И остановитесь здесь. Мы это покажем, а когда начнется это дело, они кинутся сюда. А мы сделаем ход другой. Я их направлю, куда им не надо. Все, пошел. Потихоньку, чтобы не упасть. Не трогайте, не трогайте его. Не, пускай пробегу, мы закроем. Потом сразу же закрыть. Конечно, мы закроем потом. Мы закроем. А один должен закрыть те двери будет. Да, так. Да, да, все, да. Убегайте. Постоять так. Давай так, что маленький удар. Давай. Не отставали. Мы уже это подрабатываем все годы. Обгоняйте тягалю. Бам! Спецназ тоже. Если будет реальный, то побежим. Вон там сухой березы. Можно вокруг туда и... Там скажут. Там до сухой березы. А потом уже... Да, и мы... А тут раз обязательно спрячемся, чтобы не видно. Прячемся! Враги приступают, прячемся! И выпячиваемся. Куда пошел место? Он взял 3 минуты, сказал, и обратно. Нестор, иди сюда. Нестор, ты зачем в кабину-то полез? Опять сюда. Не полез, куда не надо. Стой здесь. Я наказываю. Не надо. Мы ее обойдем, зачем? Инициативу не проверяй. Начало ходить. Пока! Комиссия. А если они не приедут? Здорово, телефон где-то уронил. Попробуй собрать. Ну, да. Погнали обратно. Лучше маленько хотел, а то у тебя маленький просил. Сергей! Сказал сидеть в столовой. Сергей! Где Сергей? Столовая. Где сказали, там я в не столовой, не на кухне. Вылез, ты не можешь понять, где столовая. Сейчас придет тебе, Гостандор идет. Ни слова. Все, слушайте внимательно, смотрите. Гостандор пришел. Ну что, здравствуйте. Кто здесь? Вы главный. Как вас зовут? Мы с Барнаула приехали, с Госнадзора. Я тоже Госнадзор. А документы у вас есть на лагерь? Что, тут дети вообще? Кто здесь главный? Ну-ка, у нас есть документы, вот, что мы с Госнадзора приехали. Поступили жалобы на вас. Вообще?
прокуратуру. Это на нас напали. Вот они приходят разговаривать. Дежурный один. Ему задание простое. Молиться, стоять и не разговаривать. Допрашивайте его. Вот у нас вот ордер. Мы хотим осмотреть ваш лагерь. Где начальник лагеря? Кто у вас тут главный вообще? Мужчина, вы будете с нами разговаривать? Или, может быть, пройдем, показания дадите нам в машину? Да. Что сделать? Поехали к нему. Так, тихо. Но они же могут Нет, пойти. Наверное, есть полномочия, да, посмотреть у нас. Мы хотим досмотреть, есть? Вот у нас есть ордер. Мы хотим посмотреть. Есть ордер, есть там указание президента. Мы должны пройти посмотреть ваш лагерь. Что это за строение? Да. То есть вы ничего не знаете, говорить нам ничего не будете, да? А у вас есть документы хотя бы при себе? Телефон есть вон. Не знаю, что еще спросить-то. Че с ним толку разговаривать? Попытайтесь узнать. Может, глухонемого оставили? А может быть, его в дурдом отправить, раз не разговаривает? Да. Пристращайте чем-то. Вы вообще это слышите нас, нет? Мужчина, к вам сотрудники обращаются. Контроля. У вас лагерь-то когда вы основали-то? Есть вообще вода попить? Дайте воду попить. Мужчина. Да, смотри, что-то вообще нет. Оставили какого-то, видать, это. Наверное, он ничего и не слышит. Может, пока настроим, может, пока тут один разговаривает, там двое пойдут туда посмотрят, пока он здесь. Мы его отвлекаем. Может быть, он не слышит сразу. То есть вы нам ничего говорить не будете, да? Мы это все засняли. И пришьем это к делу. Все, невменяемые люди, что теперь? Придется по-другому действовать. Раз заставить нельзя по-хорошему. Трогать мы вас не будем, наверное. Теперь попытайтесь подойти этаж. Раз никого нету, ну тут что написано? Там посторонним нет, вход запрещен. Да что, посторонние мы разве для вас? Там, как прикиньтесь, важными персонами. И начинайте открывать. Мы приехали с ордером. Обычно начинайте заходить сюда. И дальше заглядывать на кухню, а здесь замок висит. И попытайтесь сами теперь расшнуровывать это, вот, насобается, убирать. И заходите, посмотрите, как он будет себя вести. Попятьтесь назад. Прищен, да? Ну, мы-то как бы не посторонние. Вот, раз вы не хотите сами открывать, значит, мы сами зайдем. Вот, у нас есть на это разрешение. Вот, у вас тут написано, ведет видеосъемку. У нас тут тоже своя съемка, мы вас снимаем. Вот. У вас и у нас. Да, пойдемте, покажете, что у вас там есть. Вы нас пускать не будете? Да, или что? Вы почему не даете мне пройти? Мужчина, вы разговаривать не умеете? Ну, глухонемой явно, да? Еще и не пускают. То есть вы нам проявляете сопротивление нам, да? В общем, или как это? Государственным органам. На этом этапе, как только заговорил сопротивление, просто отверни в сторону и больше не смотри на них. Не смотри, отойди в сторону, пусть делают, что хотят. Посмотрим, что, насколько их хватит. Вот. Так, ну-ка, ну, давай вот это посмотрим. Меню, график дежурства. Так, ну-ка, сфотографируй. Ой, извини. Сфотографируй вот это. Руки, ага. Тут будет на замке, туда не зайдете. Так, ты не можешь. А, это на замке, да? Да, тут на замке, уже не зайти туда. Так, на замке. Остальное все открыто. Можете нам открыть? Дальше пожалуйста. Уже пошли. Мы хотим сопротивления осмотреть. Никакого не оказывать. Чуть-чуть только встал, тебя отодвинули или стали упрекать, отвернулся в сторону, на них не гляди дальше. Пусть делают, что хотят, что берут. Все на этом. Эксперимент закончился. Угу. Так, я вопрос задам. Нам Володя может уйти туда, на это, смотри, тут комара сколько. Ужин, завтрак, обеда где будем? Там. Туда, давайте, переносите палатки, несите, стелите. И гостей всех приглашаем. Все, спасибо. Все. Ладно. Благодарим. Дай Бог. Я считаю нормально, то мы выбили все у них основания, для, что было раньше у них. У нас ничего этого нет больше. Они нас учат, учат очень хорошо. Ты же никогда не станешь его, наверное. Не дай Бог. Папочки.
А, платочки. Платочки у вас есть? Да. Там вот туча идет. День. Ой. Как? Ага. Так, свидетельство кому оставить о рождении? Вам лично? У вас копия? Нет, это все. Оригинал? Да. Или сделать копию? Не знаю, в осадке у себя там, если нужно будет... Я у Алексея оставлю, будет, я уеду. Я машину уеду ремонтировать. Да. Все, я понял. Все. Когда будешь уезжать, напиши только то, что я сказал. Что вот так, а образец есть какой-то? А? Образец или со своих слов? А от руки какой хочешь. Я такой-то, отец такой-то, напиши родство наше. Что я сын родной его сестры, я привез своих детей, чтобы они могли отдохнуть добровольно. И свои телефоны, адрес укажут. Больше ничего не надо. Дальше они тебя будут бомбардировать, а уже конец будет. Мы все равно должны учиться на этом. Все с Богом. Все. Так, Володя, быстренько перебазируйтесь туда. Там где-то 3 или 4 палатки. Все, с Богом. Выключай. Заклад.